Между тренером Абелем Санчесом и бывшим чемпионом мира в четырех весовых категориях и комментатором HBO Роем Джонсом произошел небольшой обмен любезностями. Все началось со слов Джонса после поединка между Геннадием Головкиным и Келлом Бруком. Джонс заявил о том, что Головкину нужно подниматься в весе, если у него нет вариантов в 160 фунтах. В итоге получился вот такой диалог. Если ты не можешь найти хороших боев в среднем весе или во втором среднем весе, сделай то, что сделал Келл Брук против тебя. Поднимись в полутяжелый вес и проведи бой с победителем поединка между Ковалевым и Уордом. Вот так нужно делать дела, если ты, конечно, хочешь их делать. Рой Джонс дрался в 160 фунтах, провел пару боев в 168 и поднялся в 175. Он поднялся в 175, будучи средневесом. Но люди не совсем понимают один момент. Когда он поднялся в 175, он встретился с Майком Маккаллумом. Майк Маккаллум был чемпионом в 154 за 8 лет до их боя. Он не был полутяжем, он был боксером первого среднего веса. И когда он встретился с Маккаллумом в 175, это был предпоследний бой Маккаллума перед тем, как он завершил карьеру. Затем он провел один бой и ушел. Ему был 41 год. Это не подъем в весе. Это примерно то же самое, если бы мы провели бой в полутяжах против Дэниела Гилла. Когда он просит Головкина подняться и драться с победителем боя Уорд Ковалев, а я считаю, что это будет Ковалев, не то чтобы я не хотел драться с Ковалевым, я с удовольствием хотел бы, чтобы Головкин встретился с Ковалевым, когда придет время. Но вы просите, чтобы он встретился с полутяжем, который всегда дрался в полутяжах, у которого нет поражений, который никогда не испытывал проблем в ринге. И это просят те, кто дрался с соперниками, которые уже проигрывали и были нокаутированы. Маккаллум проигрывал нокаутом в среднем весе. Это просто нелепо слышать подобные комментарии от некоторых боксеров. Здесь мы ненадолго прервем этот разговор по душам, чтобы отметить один момент. Все же Майк Маккаллум никогда не проигрывал нокаутом, ни в среднем весе, ни вообще в любом другом. Поехали дальше. А дальше довольно эмоциональный ответ Джонса. Мое высказывание заключалось в том, что если у тебя нет других вариантов и нет боя в среднем весе, хотя теперь у него есть бой с Джейкобсом, и это хороший бой, но если он не сможет найти другие варианты, Абель говорит, что Головкин очень хорошо выглядел с российским боксером, Крашером, Ковалевым в спарринге. Попробуйте сделать бой с ним, если он победит Андре Уорда. Вот таким и был мой комментарий. Что касается меня и полутяжелого веса, когда я был в полутяжах, ко мне даже никто прикоснуться не смог. И если бы я сейчас выступал и был средневесом, ни один из его боксеров ко мне не смог бы прикоснуться. Ни один из его боксеров до меня даже дотронуться бы не смог. И у него никогда не будет боксеров, которые смогли бы ко мне прикоснуться. Так и запишите.